Я более 4 лет знакома с мужчиной и очень полюбила его. Мы хотим быть вместе, создать семью. Я верующая, а он нет. И он очень сквернословит. Подскажите, пожалуйста, как мне за него молиться, чтобы Господь помог ему избавиться от этого греха? Читайте Акафист Богородицы, потому что этот грех считается хулой на Матерь Божию, грех нецензурной брани. И пусть же она, Матерь Божия, простит этого человека и за него ходатайство, чтобы он этого греха избегал. Также подавайте, облекитесь во все оружие Божие, подавайте во все храмы, молитесь, подавайте милостыню за этого человека. И, конечно же, если есть любовь у вас к нему, то должно быть и желание помочь ему спастись. Но не насильно, не удушая его верой или проповедью, а вот именно ходатайством за него, молитвой за него. Молитесь. Причем молитва может быть разного качества. Молитесь внимательно, молитесь глубоко и духовно. И Господь услышит, и Матерь Божия ваша молитва. Помоги вам, Господи.